Здравствуйте, дорогие, Алёшенька, Ксюшенька, вся ваша родня, с Юрой включая как друга. Ну и Ксюшиных друзей мы, как говорится, тоже паушально всех сюда подключаем. Вот. И вот так вот мы и начинаем. Конечно, Ксюше мне это слово «паушально» или «паушаль» можно сказать по-немецки чисто, без «но», суффикса. Это непонятное слово, да, но паушально это значит, ну, как бы автоматически подключаем, вот, и все. Так что вот у меня сейчас обед готовится, а папочка сходил в цветочный магазин прямо под закрытие. Я люблю под закрытие магазина являться. И купил всего за 3 ойра 6 петуний. Там такие кустики прямо. Вот. И горшочки, я бы сказал, маленькие, но они стойкие. Они всю эту вот эпоху весны и лета будут цвести. Той-той-той. И то же самое и для вашего здоровья это относится. Мы желаю счастья, здоровья. И теперь могу перейти непосредственно к субботнему сообщению о том, что у меня вчера все-таки Людвиг не пришел. Я даже не знаю, почему он не пришел, но я потом посмотрю, он всегда что-нибудь напишет. Ну, он все-таки ходит иногда, и уже хлеб, что называется. Вот, и надо всегда понимать, что ученик он фрай, свободен. Вот, у нас там на мосту где-то написано be free, то есть будь свободен, не завись от каких-то вещей, которые можно, ну, как сказать, не считать. И не мучиться по поводу этого привяза. Вот я мешаю. И выключать надо уже. Выключать. А вкусно здесь, вкусно. Сковородочка легендарная. Так, сейчас. В общем, простите за такую паузу борьбы со сковородкой. Васенька где-то спрятался, я цветочки поставил очень красиво. Ну, в данном случае в память о тете Лиле. Купил именно 6 цветочков. Вот, и расположил их четными такими комбинациями. А 4 цветочка в томатном кусте черри. И 2 цветочка отдельно, значит, у меня пальма здесь, вот, слева, а справа у меня фикус. И вот они украшают так в честь тети Лили, которая перешла в лучший мир. И я вчера об этом только узнал и, конечно, опечалился. Но и ведь человек там освобождается от груза вот этой старческой немощи, понимаете, так что там хорошо, вот, так что будем надеяться на лучшее, что называется. Ладно, ребяточки, все, письмо такое маленькое, потому что что-то горит неимоверно. Ну, горит, я уже снял все, но оно по автомату горит, как говорится. Ну, ладно, а то сейчас загудят эти самые. В общем, спасибо вам за все, что вы такие хорошие, примерные, и я вас люблю.
край, светлый сказочный край, ты в моем сердце навек. Катунь, разбег, ослепительный снег, ветров весенний сонет. Шавлинских озер голубые глаза и девичьих кос водопад. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Твоих горных рек неумолчный поток, твоих небес синева. Мерцающий снег перевалов крутых, зовущие вдаль облака. Шавлинских озер голубые глаза и девичьих кос водопад. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Память пронзает бездонная синь, воздуха дымки меж гор. Соната дождя, неземной эдельвейс, жарков полнозвучный хор. Шавлинских озер голубые глаза и девичьих кос водопад. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Давай поклянемся уйменским костром мечту свою сохранить. И помнить всегда в своем сердце беречь алтайскую горную нить. Шавлинских озер голубые глаза и девичьих кос водопад. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Белухи сияние лугов аромат и яркий багряный закат. Горный Алтай, светлый сказочный край, ты в моем сердце навек.